Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это маленький телефон размером с визитную карточку. Как там сейчас эта модель называется, я уже точно не скажу. Вот таким вот образом на данный момент выглядит. Раньше я уже подобного рода телефоны заказывал. Они были в другой коробке, обычной картонной. Это уже видите, как в книжечке идет. Вот такая вот книжечка и сам телефон. Сейчас он стал увесистее, предыдущие модели немного были другими. Это какая-то новая обновленная модель. Покупал я его ребенку. Предыдущие модели я продал. Вот так включается. Отличный экранчик. В сравнении с предыдущими моделями, которые я покупал, выглядит гораздо получше. Шнур питания, очевидно, и синхронизации, ремешок и инструкция на английском языке. Стоимость всего этого чуда 20, по-моему, долларов, если не ошибаюсь. Добралась она сюда с почтой Сингапура очень быстро. Вот таким вот образом выглядит данный телефон. Весь в комплекте. Хорошая вибрация. При нажатии на экран. И вот такое вот меню. Так, еще хочу заметить, в предыдущих моделях экранчик был совсем маленький, практически ничего на нем видно не было, кроме номера звонившего. В данном же гораздо все получше выглядит. Сзади вот такая шершавая, матовая панель, и здесь пленка, я так понимаю, какая-то наклеена, но это я ее уже потом сниму. Думаю, ребенку для школы будет то, что надо. Так, и здесь у нас под карту памяти и разъем для шнура питания. В общем, вот такой вот телефончик. Кому интересно, ссылку приложу в описании. Можно смело заказывать. На этом все. Всем спасибо. Пока.